ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん、冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。つべこべ言わずに早く始めてほしい。そうだよね。僕は私は Мадзима. Нет, это не Мадзима, это женщина Мадзима. Ватасива, конна каоште. Соште, конна камигата оштейта. Я Модзима. Да, похоже. Только без людей. Я просто буквально на 5 секунд вырвал у Ульяны консоль, хочу пройти к демку и стереть игру. Да. Но она сама расскажет, как придется. Да, надо продуть приставку, что-то вообще шумит. Будем отыгрывать за бабу Якудзу, короче. За Мадзиму. Старт хаммин ту шоу, да дай нот скэрт. Господи, как же хорошо. Спасибо, коронавирус.
итоге спрашивают, во что вы играете. Да, я прохожу FIFA 12. Господи. どうするのかしら。正直言って今はわからない。Я, кстати, во всех играх пытаюсь отыгрывать Мадзиму, даже никто не любит бешеных якутс одноглазых, у которых единственный скилл — это бить и управлять другим. Прям как будто игры не под это делаются. Это лоудинг скрин? Ага, это. Это для VR, да, вот это все? Анта, дайжобука? Намайва Иерка? Нет, мы будем... Мы будем делать как надо. Тоникак, хаяк, баскара, ханарэро! Если бы вы знали, какая здесь задержка на кручение, то есть как минимум полсекунды. И невероятный просто acceleration медленный. Hello! It's an emergency! What the hell are you doing, immoral man? Давайте убьем Immoral Man, это то, что сделал бы Мадзима. Она говорит, нам да то. Я нашел. О! Давайте посмотрим расписание, когда приедет следующий автобус. Может, стоит подождать просто. Мы умеем кричать. О, мы умеем бегать.ここからは地震情報に隠れて切り替えて放送してまいります。川崎県で強い揺れを感じました。汽水市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。 Что за херня? О! Она присела как-то. Круто. У нее клипается юбка. У них всего две модели, и у нее клипается юбка через ногу. Mm-hmm. Есть только модель мужика и модель бабы, у нее юбка клипается через ноги. Вот. Вот, видите? Хотя бы каблуки не очень высокие. Хотя я бы, конечно, уже начал от них избавляться. You arrived. It's best to move to the wider area first when a big earthquake hits.
You shouldn't aimlessly wander around without any information. However, you'll have to explore the city in order to advance the story. Смотрите, когда находится, смотрите на ее ножки, посмотрите, посмотрите, посмотрите на ее ножки, посмотрите. Она косолапит, как сука. Видите? Ей неудобно, она ходит еле как, видите, она шатается. У нее ноги неровно идут. Woman who evacuated. Вон. Смотрите, она явно идет не твердо. I scare people into buying bandages at a high price. Сделал бы это Мадзима? Наверное, нет. I mock people about panicking and handling together. Сделал бы это Мадзима? Ну, тоже, наверное, нет. А лежание в Догиза? Ты же больше лежишь в Догиза в Японии, чем сидишь в Сейдзе. А лилии это сейфпоинты. То есть реально, посмотри на лилии, они не трудятся, не придут. Это не лилия, это вотос. Это вотер лилис. Но это не те лилии. Не важно. Важно, что он посмотрел на них и засейвилось. Это очень круто. Тайгенда! Да, блядь, опять катсцена. Вон у него, Бенто упал, и он чувствует, что он не клёвый. Из-за землетрясения, видите? Давай с пола ешь. You're taking really early lunch. そうですよ。大きな地震が起きてるのに。確かに。こんな時に私は公園でぼーっとしている。全くこんな時になんですが、実は会社でもう1ヶ月。そんな彼の姿。 Экс энд Умебоши. Вот эта игра, конечно. Вот это. Они начинают с хардкора сразу. Курент Мани. Хай аппетайт. No need to use bathroom. Highest asset value 40 тысяч йен. Это в принципе да, это в принципе я могу. Я могу себе идентифицировать человеком, у которого 20 тысяч рублей – это максимальные деньги за всю жизнь. Я не понимаю, о чем они говорят. Какой смартфон? Где смартфон? Я потыкал все, что у меня было. Реально, у меня нет смартфона никакого. Здесь что-то булькнуло. Булькнуло, видимо, как раз это. Так, ладно, нам пора искать контролы. Map screen. Switch screen. Run. Scream плюс треугольник button. Ага, как... Crawl.
Scream. Confirm, сука, у них confirm через M написано. Вот спасибо японцам, конечно. А, никакого... Никакого телефона так и нет. Ох, сука. Отходим. Отходим. О, да, это стресс. Она ровно-то упала. О, можно толкать других каких-нибудь зетри. Просто с размаху в них въебывать. Довольно клёво. Too late for presentation, sorry. I wonder if people inside collapsed building are okay. Чувак, блядь. Да вы смеетесь. Это вот такая игра, да? Я не виноват, что сейф так все стирает. Это подсудно абсолютно. Что сейчас? Еще что-нибудь? Сейчас машина взорвется, наверное. Проклятые землетрясения нападают на меня. Землетрясение. Please calm down. Вот эта баба хорошо, она без каблуков. Она такая, что мрак. И не очень понимаю, цель этой игры сказать нам, что надо во время землетрясений бегать по городу. Просто чтобы в надежде на то, что тебя убьет. Я, конечно, поддерживаю это, но не так же тупо. Что это вообще за Devil Trigger включается, когда я подхожу к фигне всякой? Ладно, игра не работает. Нормально, это как бы, ну, ожидаемо на всякий японский. Ну что, что, какая цель-то вообще? Что вот это за The Bus I Rode? Ага, Stopped Clock. Sunken Street. Понятненько. Но непонятно. Где вот мент? Буду стоять ментовская машина, но где мент? Почему он всех не организует, не говорит, пожалуйста, дорогие, не менты, хватит елозить. О, господи. Буквально можно зайти в стеклянное лобби, где все тусуются. Блять, вот цель самурая — найти катсцены. Конна токни менсец га энки да нанте. Касан,
ごめんよ。ボルト、君も面接ですか？いいえ、商談のためにこの会社に来たのよ。そうですか。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか？Если бы это было настоящим Мадзимой, Мадзима, ты бы уже зажарила мясо и пиздела с ним о том, как зажаривается мясо. Буква Тихокара, Конокайша Укеникитандес. Мы, кстати, можем три якудзы купить. Утива, Амарике, Зайтикани, Уюнганайкара. Они дешевые. Укане утамете, Сибому, Конокайша Ищани, Сибуконде. Йояк, Санджи Менсетни, Тадорицитандес. Соринану, сначала дойдете до нас. Йоник, Амитте, Дисимра, Хасеште.面接が延期になるなんて、もう一度ここに来るための旅費を作れるなんて。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんな彼の姿を見て、私は。Сука, я не понимаю цели этой игры, но мне очень нравится, потому что она абсолютно ей поебать. Вот мы сделаем венку, где можно ходить, и на тебя упадет столб.Maybe he's just unlucky, но у этого вот дохидаса есть реально ответов больше, чем ну, в игре от Obsidian. Ты можешь ему сказать что угодно вообще, вот просто что угодно. He's upset at such a small issue, it's irritated. Ну то есть, literally можно отыгрывать кого угодно. It's not my concern, don't care. Что бы выбрал Мадзима? Абсолютно. И сейчас он у меня будет на карте, да? Да. Да, как же хорошо. Как же это хорошо. Transportation expenses, еще можно с них запрет затребовать, да. Как же хорошо. То есть вот реально здания падают, а они говорят, когда дату следующего job интервью. Это уже не самурайскость, это я не знаю, что это. Абсолютно based. О, это якудза, надеюсь. Ой, Сокуроне-чан. Да. Сокуроне-чан. He looks suspicious, I stand on my guard. I suspect danger. А, 怪しい男の人。Да. Арина, 人を探してる。この辺りで。俺くらいの背丈で、顔に怪我をしてる。黒い T シャツの男を見かけなかった。Блять, это реально якудза, якудза 7.И чувак, разумеется, сзади прямо него. То есть буквально, он спрашивает про чувака, который бежит за ним. Прямо сзади на кадре, господи, блядь. Это якудза 98, уже я думаю, что это просто... Это... Мы пропустили несколько десятков этапов развития якудзы и пришли к этому. Я надеюсь, что сейчас начнется драка, я его каблуками в глаз просто ударю. Мадзима всегда говорит правду. One person of UPR. Вот это перевод с японского. Футари но хито, да? Student like kid of UPR. Это один из лучших переводов, что я видел в своей жизни с японского. Гляньте.
Okay. Это она, student like kid of APR. А вот one person of APR. Это довольно высокий уровень, сложно так перевести, даже если ты хочешь так переводить. Something wild must have happened, блядь. Этот чувак понимает жизнь. Неужели действительно произошло что-то wild? I should get back to work, говорит женщина. Перед которой лежит половина ее здания, в котором она работает. Она говорит, I should get back to work. Абсолютно unfazed. F. Но ты должен возвращаться к работе. Несмотря на то, что твоя лошадь утонула. Короче, сложно объяснить, кто из этих людей придуривается. Кто на самом деле поехавший абсолютно, блядь. Потому что это Япония. Возможно, это так и происходит. Вот баба, которая зашла в модельное агентство, говорит, I should probably stay away from the buildings. А вторая говорит, I should get home, don't talk to me, bitch. И я спиздил рюкзак. И даже ничего не сказал никому. Рюкзак, причем он блестящий. Мой первый рюкзак в апокалипсисе с блесками. Мой первый рюкзак в апокалипсисе блестящий. Клево. Теперь я буду запихивать туда воду и жрать ее. Потому что у меня high appetite. Я могу драться манекенами? Whoever designed this terrible outfit must have an equally terrible personality. Я согласен. Не, не видел, конечно. What beautiful clothes. I looked at this outfit and thought this is amazing. Блять, спасибо, Якудза 98. А, это-то видел, да, да. Ну там мир такой-то, как Нир. Да пошел нахуй сразу. Блять, литерали, они можно разные компасы эквипать. Господи, как же хорошо. Сделать множество моделей компаса, потому что именно этого просили игроки, наверное, я не знаю. И тут две женщины в фитинг-руме, которые говорят, Are you alright? That was a crazy big earthquake. I'm fine, thanks for asking. Бабы, которые не выходят из примерочной даже когда случился апокалипсис. Я не знаю, я могу это классифицировать только как шитпост абсолютный, то есть... Я не могу проследить ни за одним... А, заебись, рожок, такой рожок заебись. Я не могу проследить за ходом мысли людей, которые это сделали. Вот включилась грустная музыка, потому что кастомер говорит Anything can append your life just like that. Прямо как эпидемия коронавируса запретила мне есть шашлыки. The power still out, говорят они. И что здесь используется как источник света? Давай, Оги, посмотрим. Power still out. Ты видишь источник света? Лампы не горят. Но Point Light в этой сцене, очевидно, есть. Какого хуя?
It seems like Mrs. Akemi isn't here. That's all the negotiations for today. Это тоже довольно высокий уровень. Короче, это Dead... Я понял, в чем смысл этой игры. Это Dead Rising, но без зомби. В принципе, это тоже достойный уровень. Потому что не всякой зомби-игре нужны зомби. Некоторым хватит просто вот этого. Дизрапшена. И в принципе все сходится уже. Если так рассматривать. Выживач, зомби-выживач без зомби. Вот так можно. Вот так я могу охарактеризовать. Так, у меня новый... I need the proof of why I can return to the office. И он фотоет здание, которое, блядь, упало. Господи. Ну, на самом деле, проебать своих школьников во время ёбаного... ёбаного землетрясения, это вообще пиздец какой-то. I can take advantage of her, get some money. Отстойте,ください. Наника аттан деска? Смимасен. Ватаси, коно чикаку ни ару Кисуи гакуин коукоу но кёши де Хига то иимасу. Джугё о нуке дашита сэйто га коно атари ни иру то кийте ёби ни китан дескедо дзишин ни атте шиматте. Нравится, что колёса машин в воздухе зависают. Но отражение... Ну, плюс-минус. Нормальные. Before I inform you, will you give me money? She's pretty and she's my type. I'll find them. Яка. Пошли сразу лесбийские опции в четвертом же диалоге. Моментально. Да, да, одна и начала хватать за части тела. Сразу. Смимасе. Аригато гозаимасе. Сэйто ва 3 нин ките иру хазу десу. Мошаки аримасе га, онегай шимасу. Интересно, кстати, когда Якудза 7 будет, конечно, на Западе. Потому что хоть-то полное говно, но придется же играть. Такова судьба. Я не думаю, что ее можно изменить. Заебись. Там какие-то танкеры стоят на перекрестке. Это тоже заебись, ну. Блять, есть. Отблеск от солнца. Давай-ка. Поймаем его. Как же хорошо. Солнце, разумеется, нет, есть. Они, сука, они еще обсчитывают, наверное, нормально его. Полдень. У них даже тени более-менее нормальные. У них даже при движении тени немножко смазываются. То есть какой-то motion blur наложен. Въебали, короче. Анимации, правда, из уровня PS2, ну, то есть это реально, это хуже, чем Assassin's Creed 2007, сильно хуже. Ну, не все сразу, не все сразу. Извини, что я тебя потревожил, баба. Это же, по-моему, делают те же самые, что Way of the Samurai, нет? То есть абсолютно такой же аутизм, вроде бы. С реалтаймом, с абсолютно дегенератскими какими-то задачами. По-моему, это они же, хотя я могу ошибаться.
Блять, а как я могу поменять? Извини. Как я могу поменять-то? О, вот. Коко карава, дзисин джохоу ни свете кирикаете хоусоу шите майримас. Кавасекен де цюёй юре о канжимашита. Хисуи ши ни ару стадио демо цюёй юре о канжимашита. Покет. Внутри бэкпэка есть айтем покет. Как вам? Покет эквип. Emergency back equip, сука, вы смеетесь, да? Makeup back. Confirm makeup. Блять. Блять. Тут есть меню для eyeshadow, blush and lipstick. Представьте себе игру по выживач, которая это есть. Тут еще вон есть описание у каждого. Natural shape. Blush. Natural shape. Давайте уберем. Use this to remove the current lipstick. То есть сейчас у нее нету, это типа натуральный у нее, посмотрите. Типа глаза не подведены, типа помады нет, да? Они просто светятся и черненькие по умолчанию, типа. Господи, как же в Саратове. О, а вот сейчас там Мадзима в 10 раз сильнее, заебись. ТОС. Как я могу... Assemble, disassemble item, господи. Чё ж так срато-то? ここからは地震情報にすべて切り替えて放送してまいります。午前10時4分ごろ、非常に強い地震がありました。震度7が川瀬県南部の翡翠市山武市です。Так, а как я могу вот вещи, например, положить? Эквип. 今後、大きな余震が発生する恐れがあります。допустим, сюда я как могу положить что-то? 身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。いや、то есть не очень понимаю. Сторож кондишн, а, автоматически, это все уже в нем. 5 из 20. А в кармане было бы меньше, типа, да? То есть, если я вот сейчас нажму выбрать карман, вот сейчас сниму, да, то у меня теперь все равно 5 из 20. То есть, что карман, что эта сумка, у них одинаковая вместимость. Я как бы, ну, call bullshit, ну, потому что так не должно быть. Ну, раз так есть, давайте используем бандаж. А, радио осталось, господи, спасибо, игра. Они подумали об этом. Despairing man. Я ли это? Наверное, это я. Следово. 地震の情報を田中宏夢アナウンサーがお伝えします。今日午前10時4分頃、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は月の通りです。震度7は川瀬県南部。川瀬県南部は震度7です。震度6弱が川瀬県西部。川瀬県北部。震度5が川瀬県東部。震度4が福崎県東部。富島県西部、震度3が山坂県南部です。Я почему-то дернул нас вибрация, как будто рядом есть какой-то предмет. Или не столько предмет, это там вот. 火を消してください。ドライバーの方は十分にご注意ください。Вот это мне очень нравится. Это очевидно, именно так и будет выглядеть разрушение при ебаном землетрясении. Все вокруг будет исключительно чисто и светло, а вот кусочек клумбы обвалится. Спасибо, Игорь. Ладно, я буду ходить. 県内の高速道路の状況ですが、現在確認作業を行っております。
現在確認作業を行っております。今後通行止めの可能性がありますので、ドライバーの方、高速道路通行中の方は十分にご注意ください。現在高速道路の確認作業を行っております。今後通行止めの可能性がありますので、ドライバーの方、можно даже веселить себя даже не играя в игру。マグニチュード 8.0 と推定されております。スタート。震源地が川瀬県南部です。震源地が川瀬県南部。почему я только за молодых могу играть? почему за стариков не могу играть? およそ10キロ。 Time is falling over. マグニチュード 8.0 と推定されています。 Miss Higa. Mother loving student. また県内の道路ですが、また信号機が消えているところがあります。Sunken Street. 県内の道路ですが、Surian Park. 信号機が消えているところがあります。あ、я еще в одном не был. お気をつけください。Sorian Park. 信号機が消えているところがあります。また、наверное, нельзя войти даже. 交差点を通過の際はご注意ください。Нет, все правильно. Короче, не знаю, где ее. Чёртова студентка. Я надеюсь, чат завис. Не просто я один тут остался с ебанцами, или нет. Ну, там есть сейфпоинт, я вижу. Я не знаю, как туда пойти, потому что я тупой. Да я знаю, что меня никто не смотрит. Это же не та игра великая про Британию. Ползи. 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 Да есть фипка, никому не нужен, тебе больше скажу. Так. Что надо делать? Бля, это ТА такой у них агрессивный, сука, это у них ТА такой агрессивный, я теперь понял, почему у них тени смазаны, у них пиздец, у них такой, так, столько сэмплов ТА, больше 10 точно. Спасибо, короче, 2020-й. Теперь я уверен, что это не порт из PS2. Ну я все еще не знаю, что делать. То есть что я должен триггернуть? Я явно должен пойти туда, где сейфпоинт. Но как? Может быть, украсть машину и протаранить, как сделал бы Мадзима? Это мой единственный вариант сейчас. Могу ли я украсть грузовик? Я не могу украсть грузовик. Да я хуй знает, мужик. А, может быть, в этом здании есть проход дальше? Нет, вроде не похоже. Мисакеми, хер знает, где твоя. Так, это карта? Information Ladies. Серьезно? Что такое Information Ladies? What the fuck? Как мне подняться вверх на... Ага, вот. Fitting room, second staff room. Ага. Tapped woman. Все-таки можно пройти в staff door. Понятненько. Это реально уже катсе... А, серьезно? Мы делаем вот это? Мы действительно делаем вот это? Я думаю, даже суда бы такого не придумал. Это weapon grade аутизм.
all dressed up. Господи, что происходит, сука? Шарму придает то, что зеркало не работает, да? Вот это мы выбрали как Мальзиму? Нет, разумеется, нет. Мы выбрали вот эту как Мальзиму. No clothes to change into? Ты мне врешь. Игра, ты мне врешь. У нас есть еще одни. Магическое зеркало какое-то. Нет, просто представь, что ты делаешь игру про апокалипсис, и у тебя первое, что ты делаешь, это делаешь вот эту хуйню всю. То есть, ладно, предположим, там... Бля, я сейчас посмотрю на ее голову. Как это еще раз сделать? Да, заебись. Ладно, ты делаешь вот эти саб-квесты, где надо помогать людям. Это я понимаю, это основная как бы часть игры, да? Я, кстати, вспоминаю, почему-то у меня в мыслях исключительно этот СМТ, который с ДС-а был. Но... Но когда у тебя... Блять. Только не говори, что надо было просто стригернуть эту ебаную катсцену. Ну чё, Мадзиму бы им пизды дал, конечно, просто. За такую хуйню. Это они и прятались в фитинг-руме. Пиздец, она накрашена как это, как из Морозко Инна Чурикова. Сука. Но на самом деле эти разрушения напоминают мне уровень из Dead or Alive 5. Там был такой же. I hate our teacher. Я не думаю, что она для меня красится. Я просто охуеваю с этого всего, если честно уже. Где миссис Акеми-то, блядь? Я могу вместо них зайти сюда. Не хочу. Ну сломай ее ногой, блядь. Ты же Мадзима. Выше, чем у тебя. Даже по отдельности. А
憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのか分からなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いろいろ大変だけど、お互い頑張りましょう。そうですね、頑張ります。さっき見つけたのは2人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。Она, конечно, тоже по скрипту засмеялась. Да? Да. 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 Мне не нравятся маги FF12. Говно ебаное. Мне нравится, что они все считают, что я мужик. Почему? Ну потому что у них у реплики прописаны как будто you are creepy и так далее. Я ничего не говорил про Гиппи. Я сказал, вы, наверное, из этой школы. Почему вы не на занятиях? Конечно, сказали, вот и крипи. Кстати, у нее макияж как у Лины Чуриковой в морозке. А это типа девочка, которая расстилается перед каждым взрослым. Типа такая добрая, смирная, качество, которое ценит свои девочки. А учительница вот у них Airhead Type. Озвучивают ее, конечно, 60-летняя женщина. Ну, потому что так работает. Так даже в американских селах работает. Если подросток тебе играет, обязательно человек, которому минимум 35. Нет, это на самом деле связано с гильдиями актеров, потому что... Хироко, сайшо не идти, мите кте йо. Хиреми-сан, сорева... Это Якудза делал сразу. Это прям очевидно. Только почему-то я еще никому не бью ёбло. Давайте, Карм Гел, Аноим Гел и Крайм Гел. Это реально, это лучше, чем любая игра, которую я играю в восточной РПГ. Это столько разных вариантов ответа. Можно пошел нахуй несколькими разами сказать. Что мы, Аноим Гел пропускаем вперед? Я считаю, Мадзиму выбрал этот вариант. А да их впервые видит. Так как это Якутс 98, мы должны эскалировать конфликт. Богатин Месси. Читая Хисуи Гакуин High School, как тот же клан. Ну это реально, диалоги взаимозаменяемые абсолютно. Хига — это начальник маленького отряда чемпера, который не может найти во время месива своих чуваков. Это надоедливый чемпера. Это Катаги чемпера. Это просто местные ростовщики, которые не знают, как надо работать. И я им, как старший якудза, показываю, как надо работать. Вот так надо работать. Вот так. О, пошел Metal Gear, блядь. Якудза 98, заебись. Мне нравится. I decided to pause the game temporarily and return to the cycle stream. Смотрите. Absolutely based.
А почему? Вы нажали что-то? Нет, а почему именно здесь? No. Proceed. Это ж не конец демки, я надеюсь. Да, это конец демки. Господи, спасибо японцам за игры. Еще и Unreal Engine. Понятно, почему это так плохо работает. Надо посмотреть, сколько стоит эта игра. Если она стоит меньше 1000, то заебись. Можно взять и просто утировать в это говно. Да, что тут за примес? Ну, все, вот это весь премис. Землетрясение, все, делай, что хочешь. Как коронавирус? Как Stardew Valley. Только вокруг землетрясения. Есть инвентарь, можно его увеличивать. Есть компас, есть VR-мод. Вот можно смотреть на него. Это весь премис, реально. Мне главное, что у них даже нет кнопки «Купить» в меню демки, потому что они настолько уверены, что ты не купишь. Спасибо.